Йоги, с вами Шмики, и мы продолжаем пройти игру по названием Oblivion. Ну, либо Elder Scrolls Oblivion. Так, как вы помните, мы закончили с вами на том, что зачистили данную местность. Это Вилверин. Вилверин. Что мне нужно сейчас делать? Желательно мне пойти сюда. Я, по идее, уже могу сюда тэпнуться. Что, в принципе, позволит... Подождите, это ж... Где наши текущие задания? Блин, интересно... Это же сюжет, да? Та-та-та, посох битвы Махрин. Дамбарау. Можем доставить амулет, в принципе. Амулет что-то весит? Подождите, сейчас узнаем. Если нет... Так. Тогда мы что с вами делаем? Так. Так, я получил записку от Ботеля и Университанис. Так. Танц, если я смогу вернуть украденный артефакт Дремерам, то смогу получить награду. Надо попробовать найти этих бандитов. Давай! Себе. Карта довольно неудобна. Подожди, я здесь. А он здесь. А-а-а. Так, дальше. А ну-ка. Нет. А сюда я могу тэпаться. Странно. Нужно будет посмотреть, есть ли тут где-то мои жилища. Замок боевого рога. До меня дошли слухи, что на маленьком острове в не... Далеко? Странная дверь. Ну, я не хочу туда заходить пока что. А, по завершению дальнего родственника я наследил некую недвижимость Калмороза. Сделал, по-моему, так на карте. Мы можем сюда отправиться. Может, это для нас жилище, и мы как раз можем там конюшня. Давайте сюда ворота тэпнем, и я сюда сбегаю в Калмороза. Да. Для чего? Мне нужно, в принципе, продать шматье ненужное. Приветствую. Так, сразу нечего брать. Йо. Да? Да. Интересные места. Что ты ищешь? Где находится гильдия? Так, расскажи мне об ориентирах. Какие здесь указатели услуги? Где я могу... переночевать. Так. Торговый склад, одежный и оружейный магазины найдешь на западных террасах. А кузнеца на севере, рядом со стеной. Угу, хорошо. Что ты... Где находится гильдия? Обе гильдии находятся рядом в центре города, под террасами, к северу от часовни. Окей. Расскажи мне об ориентирах. Замок находится на западе, часовня и дома горожан на юге. А гильдии и магазины на севере. Спасибо. Где могу переночевать? Радушие Джерала находится на террасах рядом с воротами замка напротив часовни. Таверна Олова рядом с восточными воротами. Так, слухи. В часовне Анвила произошла страшная беда. Че по голосу? Все служители и служительницы Дебеллы убиты. Приятный голос. Слушаю. Я не пойму, как вот это работает. Старт. Да. Ладно, в принципе, посрать. И тебе всего наилучшего. Спасибо. Так, я уже внутри, да, получается? Да, я уже внутри. Так, ладненько, поехали. Более подробную карту мне нужна. Сейчас мы быстренько здесь все побегаем, изучаем. Тут, по идее, конюшня, да? Да, 60 FPS играть, это тебе не то. Так. Молот. Опа, кузня. А, нет, выход, выход, выход. В смысле, она закрыта. Тут тоже закрыто. Так, гильдия магов.
Дом Леры Розентли. Мне нужен кузнец, алло. Сколько сейчас время? 7, давай, ну... А как там показывали? Ладно, плевать. 3 часа. Ржуля, что ты дверь открыл? Ты что, офигел? Так, итого у нас, по идее, должен открыть. Да, молот топор. Сейчас мы зайдем в кузницу, посмотрим, что можно вообще здесь делать. А... Как здесь все это замучено? Фьотрейд, если тебе нужны доспехи или оружие, новые или отремонтированные, заходи в молот и топор. А, сейчас, подожди, ну, нужно немного настройки зайти. Слишком музыка громкая, да? Пока. Что я могу сделать для тебя? Что у вас с голосом? То есть, идет озвучка... Так, ладно. Брума, серый лис. Проклятый вор. Надеюсь, его повесят, когда поймают. Впрочем, он очень скользкий тип. Нищие его глаза и уши. Слухи. Доводилось слышать о призраке лорда Влиндрела. Говорят, что его видели на дороге в Коралл. Правда, мне он не встречался. Окей, Брума. Я много работаю. Из-за таких, как Скьорта и Олфунд, нас, нордов, не любят. Они все время пьют и безобразничают. Добро. Да, понять, что это? Это, походу, торговля, да, или обмен? Это кузница. За соответствующую цену я могу сделать любую вещь как новой. Ладно. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Это твое, да? Так, это мое. Ну что, поехали. Начнем с булавы. А как от собой можно? А, торговать есть, да. Так, Фиатрейд. Покупка товаров. Продажа товаров. Давай на 55. Повысилось, да? Он согласился. Хорошо. Ой, стой, где мои ненужные камни? Сколько? Ля, он только за полцены берет. Так, выход. Подожди. F5. Еще увидимся. Так, все, быстро сохраняем. Да? Для чего я это делаю? Я сейчас могу я заинтересовать тебя своими товарами? Если все осталось... У меня 28 молотков, нихера себе. Так, подожди, мне нужна продажа. Хорошо, давай торговлю. Ну, слушайте, ну я, в принципе, теряю какой-то промежуток. А, так у него только 800, алло. А давайте тогда багрить те вещи, которые весят нормально. Так, оружие. Да. Сделай мне предложение получше. А, так он еще не согласился. Я тебя понял, приятель. Давай камни. Я не могу согласиться на это. Теперь я тебя понял, приятель. Давай так. Торговать так торговать, да? Ты, должно быть, шутишь? Ну, на ты гей. Ладно, давай 50%. Ну... Посох.
давай 65. Я не могу согласиться на такую цену. Ладно. Ну что, у нас еще есть перчатки. Ты, должно быть, шутишь? Да... 63. Это неприемлемо. Спасибо. Так, хорошо, как там тебе... Давай быстрее. Какая чушь. Какие приключения. Я завидую. Это не смешно. Не могу спорить с этим. И все? Не пытайся мной манипулировать. Извини, не понимаю смысла. Какие приключения? Достаточно. Что-то мне кажется, я порчу, да, все? Восхитительно. Это не лишено смысла. Это просто глупо. Ни сейчас, ни позже, никогда. И что я сделал? Побед, какие приключения, я завидую. Не сейчас. Ты думаешь, это смешно? Что я говорю хотя бы? Что влияет на все это? Не говори, это не лишено. Моя жизнь так скучна по сравнению с твоей. Какая тупая шутка. А, я закончил на 27, я понял. Это мне? Не стоило. Правда? Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Блэд. Так, давай 81. Сколько ты теперь купишь камешек этот? Ну, блин, я не знаю. Мне на самом деле нужно посох сбагрить. Ты должно быть шутик. Давай 64 по рукам. Ой, давай сначала эти доспех. Я не могу согласиться на это. Почему? Не, вот это вот херо на самом деле. Ты должно быть шутишь. Ладно, посох. Ты ведь понимаешь, что такая сделка не... 58. Ты ведь понимаешь, что так... 55. Я не могу согласиться. Ну, берет только за полцены. Окей. Тебе удалось неплохо заработать. Окей. Альтейская статуя. А статуя, я не помню, нужна мне для чего-то. Или нет. Ну, блин, мне все равно это сбагрить нужно. Хоть так, хоть так. Ладно, это оставлю. Поехали, камни. Превосходная сделка. Камни. Так, отмычки мне нужны. Ага, у меня лотков нету, да? Так у него почти это. У него денег только 800. Давайте тогда что куплю. У тебя отмычек нету, да, как я понимаю? За 36. Хороший железный лук. 2, да? У меня лук на сколько? Тоже на 2. А давай мне оружие. Двуручный, железный клеймар. У меня тоже на 4. Вот это, если что, как я, короче, понял, это урон. Да, это урон. 5. Ну, дорогой. Лук, 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 лук. Блин, я, в принципе, меч можно купить. Стальное клеймо двуручное. Я просто вижу, что такого можно у него купить.
Молотки можно, ладно, купить. Могу... Сейчас договоримся с ним. Я не могу позволить. Я тебя понял. 58. Вот этот торгов... Блин, вот это меня бесит, потому что, смотрите, сколько мы просто времени потратили в никуда. Сделай мне предложение, Пол. 55, последнее мое предложение. Гоу 13. Ага. Что-то я много взял, да? Так, теперь свое, что у меня еще есть... Да, в принципе, больше ничего такого. Шкуру медведя можно продать. Хотя, ладно. Заходи еще! Так, если не ошибаюсь, я все купил, да? Я все сделал как надо. Да, я тебе продал. У меня 600. Так, удачного даже... тебе дня! У тебя что, бесконечно? Что я могу сделать для тебя? Подожди, у него бесконечно денег? Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Как это понимать? Я что-то не врубаюсь немножко. Ладно. Береги себя. Можно тебя немного обокрасть? Что у тебя тут на втором этаже? Ладно, не хочу знать. Поехали. Ладно, если что, буду, короче, запись останавливать и продолжать, когда что-то будет интересно. Да, скорее всего, я все-таки вертикалку выключу. Сжалься, сэр. Мне только детей прокормить. Я много не прошу. Джоффилд, вонючка. Серый лист. Это лишь легенда. Имперская стража утверждает, что существует король воров по имени Серый Лист, который повелевает всеми ворами в Сиродиле. Конечно, все это выдумано, чтобы оправдать притеснение бедных. Спасибо, великодушный господин. Теперь говори слухи. Император и его три сына мертвы, и все это произошло под носом у имперской стражи. Это позор. Серый лист. Это лишь ли, конечно. Хорошо. Короче, вот это показатель, это как ко мне относится, да, как я понимаю? Ладно, давай старт. Спасибо! Да ты просто врунишка! Это очень смешно! Тебе не напугать меня! Я так не... Это ли... Ну, подсвечи. Так. Не-не, ладно, готово. Да пребудет с тобой благословение Джулианаса. Что здесь у нас? Мне главное, чтобы было что-то интересное. Так, F5. Могу попиздить, что пока что меня не видят, да? Вино. Ничего себе. Я могу? А, кради наши вещи нельзя. Я сейчас, знаете, за... Опа, это полезные вещи, как я понимаю. Я ингредиенты ворую, чтобы потом себе мутить всякие фигнюшки. Не осуждайте. Так, перо, чернила, пергамент. Песочные часы, глиняная маска. Миска. Маска, миска. Ничего не стоит, картина. Опа, рябина. Виноград. Песочные часы. Зачем нужны часы? Ткань перо.
Так, биография Барантези. Взять. Краткая история империи. Взять. Барантези, книга. Путеводитель. Опа. Взять. Книги я буду брать, потому что вдруг пригодится. Так, про вес не забывать. Ладно, еще книги можно наворовать. F5. Так, сундук. Дешевые вазы. Опа, отмычка. Нам вообще посрать, кого мы воровываем. Здравствуйте. Ох, привет. Что? Слухи. Бедная Арнора. Говорят, ее дружок Джорундр украл у нее золото и оставил без гроша в кармане. Теперь он в тюрьме, а она стала нищей. Джорунд? Арнора и Джорундр были счастливой парой, но это в прошлом. Говорят, после совершения разбоя он вдобавок забрал и все их деньги и спрятал где-то. Он собирался бросить Арнору и покинуть город, но не успел. Его арестовали. Теперь у нее нет ни гроша за душой, бедняжка. Опа-на. Окей. Еще увидимся. Да, увидимся. Так, мы сохраняемся, смотрим, что тут еще есть. Блин, тут до хера книг. И я, короче, научился выбрасывать вещи. А не удерживать их и все такое. Ладно, не хочу. Хавчик берем, мы все равно будем потом скрафтить себе этот. Так, стоп. До этого момента нужно сохраниться. F9. Раз. Два. Три. Готово. Ого. Это как раз тот, который мы хотели, да? Почему, когда я перегруп... Ладно, я знаю, что мы делаем. Одну эту чашку я выкинул. Через shift, короче, зажимаем и выбрасываем все это дело. Так, далее. Добавляем ингредиенты. Давайте на восстановление запасил. Хотя у нас все равно разницы нету, типа, что мы используем. Нам нужно немного. Типа, у нас улучшалась алхимия за счет количества создаваемого. Поэтому как-то так. Так, удалить. Запас.
Мясо крысы и мертвая плоть, кажется, у нас больше забирает. Удалить. Угу. Восстановление здоровья. Запас сил. Значит, давайте здоровье восстановление, да? Здоровье, сила воли, повреждение здоровья. Так, ладно, что здесь у нас? Восстановление. Больше ничего, удалить. Так это было. Сопротивление ядам. Семена. Только одни семена у нас. Чеснок. Угу. Дальше. Шляпка. Выход. Угу. Все равно, да? Все равно. Ну, в принципе, можно выпить. Хотя выкинем. Смысл. Оно дешевое. Да фиг его, ладно. Нас не видят, это хорошо, все. А теперь нужно хорошенько смотреть по весу. А, у меня вместо еще прилично, ладно. Что на этот раз? Нет, нет, ничего. Можно тебя как-то вывести отсюда, чтобы я твою комнату облутал? Ой, давайте, короче, сделаем как. О. Так, что я только что подобрал? Грязный свиток. Вы что, ребята, боитесь, что всякие руины живут в проведении наменах? Так, это было. Тому, кто это сможет заинтересовать, вы передали эту записку, потому что, возможно, вы сможете помочь гильдии магов. Совет магов не имеет сейчас возможности заменить этим. Имперский легион либо не хочет, либо не может помочь. Груз древнемерзких артефактов из Морвинда предназначен для университета. А таинство было недавно перехвачен бандитами. Намереваясь подпасть артефакты ради вознаграждения, они украли предметы, очень важные для ремонта имперского планетария, который находится в солнце Керодила. Окей. Фонки, пергамент, черный, красный, черный, синий, блять, ладно, неважно. Можем, в принципе, с ней поговорить. Привет. Что ты хочешь? А, все, да? Еще увидимся. Можно сделать вот так. Можно, чтобы ты не смотрела сюда? Пожалуйста. Ладно, я ухожу, ухожу. А что у нас по времени? Стой. Что ты за меня преследуешь? Продолжай, пожалуйста. Все, все. И тебе всего наилучшего. О, умничка. Она, похоже, начала за мной бегать, когда я начал бежать сам. Нет, ладно. Прикиньте, меня сейчас спасать за это все, то, что я взял. Но я не думаю, что она заметила, да?
Ой, ладно, давайте, короче, все продадим нашему этому. А стой, а что нам еще осталось там продавать? У нас продавать такого ничего нету. Кроме посоха, как... А, рука — это украденные вещи. Ну, тогда нам нужно это все использовать. Ладненько, погнали куда-то, да, куда нам там надо. Как мне отсюда выйти только? Тут только одни врата. Опа. Блин, меня вот это все равно взлом замков немного раздражает. Не очень, не очень взломы. Сейчас скажет, что ты тут делаешь? Так сразу в 5. Это история бочка. О, ремонтный молоток. Так, мне еще 4 веса могу взять. Заметьте, что изделия, которые я делаю из украденных ингредиентов, не считаются. Так, немного кое-что лишнее взял. Корзину я возвращаю. Яблоко, картофель. Так, крабовое мясо. Ага. Ну что, корзину выбрасываем и мутим зелье. Ну, ладно, не мутим. Поехали. Так, ваши запретные запятнанные пальцы свидетельствуют о склонности с смешиванием зелий, и вы так выяснили их секреты. Вас уже можно назвать учеником алхимии. Все ингредиенты, входящие в зелье, обладают 4 различными эффектами. Теперь вы способны автоматически определять первые 2 эффекта. Ну это хорошо. Лишние тогда ингредиенты я просто пожру и посмотрим, что у меня будет. Красная мука. Ну, как раз баранина. О, видите, сразу 2. Не, прикольно, прикольно. Мне нравится здесь крафт такой. Так, ленину, значит, удаляем. Семена. Угу, шапки. Так, значит, о шапках забываем. Чеснок. Чеснок удалить. Что, ни с чем ты не соединяешься? Шляпка. Да, все. Ну, в принципе... А, подождите, мне эти ингредиенты сразу же показаны, да? Блин, я не знаю, мне нужна статуэтка. Давайте я этот меч делаем. F5. Этот меч я сейчас выкину.
Ну слушайте, ну он довольно быстрый. Ну херово то, что он украденный. Украдено, не украдено, но это теперь мое. Только что мне теперь делать? А, это нанести яд на оружие. Ну, блин, я могу Эль просто выбросить, да и все. F. Вино. Пряжа. Сколько у меня? Так, сохранить. Буханочка. Оленинка. Перегружен. Буханочка. Сейчас томатики замутим. Давайте повреждение, наверное, одно выкину. Ну, вот это оно слабое. Да, просто нанесу, да. В смысле, еще перегружен? Ой, боже мой. Ладно, полетели отсюда. Мне интересно, заметят то, что у меня ворованный предмет или нет. Не дашь ли монетку? А, я тебе уже давал. Поэтому гуляй. Так, ладно, вот еще горы. Давайте через эти выйдем, да и все. Ваш запас сил оказывается влияние на все ваши действия. Прыжки, сражения, бла-бла-бла. Как я понимаю, мне нужно идти в ту сторону, да? Ух, так это будет долго. Давайте, короче, запись перестановлю, а когда будет что-то интересное, продолжу. Так, я нашел что-то. Ой, там кто-то ходит. Опа. Так, стой, давайте я сразу за этот поставлю. А я меч забрал или нет? Стопы. Да, забрал. На троечку тебя поставлю. На двоечку. Отмычка. А почему ты на карте не отмечаешься? Ну, отметилось. А, только он один раз только? Ладно. Так, и тут еще что-то есть. Так, давайте я сразу отхилюсь. Так, без оружия мы быстрее бегаем. Это у нас что? Рунный камень Хеста. Рунный камень, а что у нас по статистике? Знак леди. А камень... Так. Вздрагивается, когда вы прикасаетесь к нему рукой. Желаете ли вы призывать оружие и доспехи? Да нет. Странно. Не, атлетика, по идее, повышается за счет бега.
Ее нужно за счет этого прокачивать. Фу, короче, с различными манипуляциями влево-вправо беготня, я более-менее куда-то поднялся. На эту гору. О, так я вижу лагерь. Но отсюда упасть на раз-два, я думаю. Поэтому это очень опасно. Давайте лагерь посмотрим, что в лагере. Да чё ты, подожди. А, всё нормально. Сейчас посмотрим, что за лагерь. О, вон мой дом. Ни хрена себе. Так там целый замок. F5. А вес большой у этого всего. Ой. Что я забрал не туда? Ой, бля. Сейчас будет дерьмо это с перегрузками. Где пещера? Ладно, давайте воровать и все такое будем потом. Сначала нужно дойти до замка. В принципе, он виднеется, и он не так уж далеко. Так, сохраняемся на всякий случай. И полетели. На самом деле, в Скайриме можно просто часами. На часы застрять, да и все. Блин, надеюсь, это не враждебная зона, а... место, где я могу жить. Потому что я все-таки такой еще локации не обнаружил. Буду думать, что да. Фух, если там мой личный дом, это офигенно. Если же это типичная локация. Я добрался до... Так, скале Мороза. Надо войти в эту загадочную башню. Так, подожди. Мне, во-первых, нужно задание. И оно почему-то не отслеживается. Или отслеживается, не знаю. А дверь открывается, используя ключ. А, у меня как раз ключ есть. Тупая арена. Вы не говорите, что это тупая арена. Я нашел... Так, запаленную книгу, нужно прочесть ее, чтобы побольше узнать об этой башне. О, это дневник просто. Так, из книги я узнал, что все необходимое для возвращения тому месту было увеличиться. Я могу найти в торговом районе имперского города у Аурлеи из мистического магазина. Хорошо. Сколько тут много, да? Ладно, плевать. Книжечку мы возьмем на всякий случай. Вау. Ха. F5. Это что? Жилая зона? Нифига ты что? Хранилище. А там у нас что? Так, алтарь создан заклинателем. Так, какого атронаха вы хотите призвать? Так, алтарь зачарованный не будет работать без магической свечей. Какого атронахи? Огненного и неевого грозового. Но это имеется в виду духа. Прикол. Типа питомец. Давайте я в хранилище схожу. Подождите, так...
здесь есть, по идее, сундуки, чтобы я мог туда складировать вещи? Или же вы мне предлагаете просто здесь набросать все, и пускай оно валяется? Это как-то глупо, не думаете? Так, жилые комнаты, поехали. Так, здесь у нас сад. О. Блин, если я сейчас начну собирать, у меня минус все будет. Основной уровень. Горы Джеро. Не врубаюсь, подожди. Сказать честно, как-то не очень. Ни хрена. Гильдия магов. Квадч. Университет таинств. Гильдия магов. Мы идем в империю. Так, подождите, а что дальше? По заданию. Или все? А, они мне, короче, предлагают взять, просто купить шмотки для дома, да и все. Говори. Привет. Нам грозит опасность, гражданин. И у меня нет времени на разговоры. Что у тебя? Сирелис. Он просто вор. Говорят, что он возглавляет гильдию воров. Какая чушь! Ты можешь представить, чтобы воры попытались создать гильдию? Знать ненавидит его, но крестьяне и нищие его обожают, особенно в портовом районе. Ладно, слухи. Правда в том, что легион не знает, кто стоял за убийством императора. Мы уже исключили из списка темное братство. Похоже, это что-то худшее. Ну, это все было, ладно. Проходи. Так, где мы вообще находимся на карте? Правда? Окей, а где у нас еще было место жилища? Книги я узнал, бла-бла-бла. Говорят, он Ролу, если он хочет, чтобы кто-нибудь помог ей вернуть украденные деньги, бла-бла-бла. Я получил таинственное послание, в нем говорится, что я получил в наследие холм подземного логова. Она расположена на юге от Ливена. Я хочу отвечать ее на своей карте. Карта. Ну, в принципе, я могу от Ливена туда сбегать, да и посмотреть. Может, хотя бы здесь что-то нормально будет. Давайте, да. И как раз можем здесь сходить в магазин. Но, в принципе, что мне продавать? Ну, лавку мага, если тут есть... Я, может, могу что-то продать. Конюшня. Блин, ладно. Делаем иначе. Ну, ладно, погнали ориентиры смотреть, искать. Мне нужно лавку мага продать зелье, не нужно большое количество. В принципе, я могу лошадь, да, взять. Дома. И... Откуда путь держишь? Сдалека. Так, о, вижу таверну. И что это у нас? Гильдия? Опа. Что я могу для тебя сделать, гражданин? Так, южные книги. Ой, спим, подождем и погнали. Семь, восемь. Ну, это час. Нормально. Час, это нормально. В смысле, все закрыто? По причине...
Странно. Очень странно. О, все. Блять, подожди, это я ворвался, да? А, нет. Да, купи чертову книгу. Это же ведь книжный магазин, правда? Не пялься на них просто так. Купи одну. Я Бугак Гробол. И я говорю, что тебе лучше купить чертову книгу. И немедленно, черт тебя побери. Я многое могу показать тебе. Ну, дробящее оружие нет, сори. Чем я могу заинтересовать тебя? Что ты хочешь у меня купить? Давай начнем с этого. Где только это, да, интересует? А, хренушки, тебе, приятель. Потому что место у меня в инвентаре... Удачного тебе дня! А книг у тебя своровать можно будет очень много. Почему у меня красная дверь? Я ж на картах не сижу. Да, книг тут своровать можно. Ух, как много. Ладно, поехали. Тебе нельзя находиться здесь. Окей, приятель, без проблем. No problem. Где еще есть какие-то лавки? Вот еще вижу. Гильдия магов. О, оружейный магазин. Мне нужно сбагрить. Подожди, может в гильдии магов я у кого-то могу что продать? Вопросы. Я Гил, сержант метких стрелков. Компания «Черный лес». Здесь я тренирую наших специалистов-разведчиков. Ты знаешь, наверное, что органиане могут быть очень одаренными магами. У Бугака Гробола в «Южных книгах» хороший выбор. Хотя сам он немного странный. Похоже, всегда готов начать драку. Тут соглы. Прощай. А где... Где я нахожусь? ТП. А холм... Черный лес. Их можно брать на халяву. Прикиньте, это все можно забрать. Ни хрена себе. Мне бы желательно, с кем я могу поговорить и продать ненужные вещи. Черт, очень срочно. Что я могу сделать для тебя? А, слухи. У Бугака... Я понял. До свидания. Ля, что у тебя есть, ты видел? Так, третий этаж. Лейтенант Рана, компания «Черный лес». Мои обязанности в большей степени административные. Я обычно провожу все время здесь, в казармах Лейевина. Бродрос обучает членов гильдии бойцов правильному использованию тяжелых доспехов. Непривычная роль для Босмера, но, похоже, он знает свое дело. Угу. До свидания. А ты у нас? Как дела? Командующий Джаф Азир к твоим услугам. Я второе лицо в компании «Черный лес». Компания предоставляет опытных джихатов для избранных клиентов. Конфиденциальность гарантируется. Имя «Черный лес» отчасти связано с местными лесами, но также здесь можно увидеть связь с тогатами или угольными воинами из каджитских легенд. Слухи. Бродрос обучает членов гильдии бойцов правильному использованию тяжелых... Так, это уже было. Ладно. До свидания. Замечу, что здесь я могу все убрать. А воровать все нельзя. Ну, давайте тогда отсюда как-то выбраться. Я на самом деле думал, что я смогу здесь продать что-то. Давайте найдем торговца, тогда продолжим. О, а ты ж подожди, кто?
кто поможет старому нищему? Я понял. Ищем, ищем, ищем. Все, похоже, я нашел. Таверна, сестры... три сестры таверны называется. Сейчас посмотрим, если могу яды им дропнуть, я продам им яды. Как поживаешь? Нормально. Ты в таверне три сестры. Еда и постель недешево, но оно того стоит. Я Шурави, сестра, которая работает и заботится. Шамада мила и красива. Шамара тупа, как пень, но она хотя бы умеет готовить. Я тебя понял. Компания «Черный лес» кладет на лопатки гильдию бойцов. Это новая компания, состоящая из наемников. Они конкурируют с гильдией. Окей. Зверолюди и другие дикари работают дешево и быстро. Для них нет слишком сложной работы. И не привередничают. Гильдии бойцов нужно быть начеку. Постель. У меня как раз то, что тебе нужно. Прекрасный номер на втором этаже. Всего за 40 золотых за ночь. Почти даром. Тебе это интересно? Ну, нет. Хорошо. Слухи. Все говорят об убийстве. Это естественно. Вот. Возьми мой экземпляр нового вороного курьера. Можешь оставить его себе. Окей. Насколько я знаю, Здрасса все еще пытается создать зелье лечения от скумовой зависимости. Так, давай трейдить. Тебе не помешают добрая еда и хорошая выпивка. Трейды, 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 трейды. Ты только еду берешь. Бля, херово. До свидания. Говори или проваливай. Слушайте, ну... Бренди... Ну, здесь, походу, все, да? Это три сестры просто. Черт, а где мне найти кузницу или что-то того? Дом, гильдия бойцов, дом... Южные книги, гильдия магов... Давайте дальше искать. Так, я еще нашел типичный бар. Постоянный двор и... Кажется, кузница, да? Линия раздела. Погнали, здесь я надеюсь, я смогу продать. Давайте что-то... Блин, так украденное нельзя же продавать. Чё? Живого героя отделяет от мертвого только острый меч. Купи лучшее, что можешь позволить себе у Танзиуса. Ты ведь не хочешь оказаться на той стороне, где мертвецы, правда? Давай сразу. У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Я себе... Стоимость довольно кусачая. Давайте тебе статуэтку продам. Во. За 60. Нет, давай за 55. Хорошо. Молотки, я думаю... Я смотрел бак один, поэтому давай я тебе 6 продам. Пускай они у тебя будут. Камень, блин, я не знаю... Что ты еще можешь мне купить? Давай посох ходам. Хотя... Тебе повезло совершить выгодную сделку. Еще один довольный покупатель. Да-да. И тебе всего наилучшего. Мне главное, чтобы у меня украденные вещи не стырили потом. Так, а и того у меня по весу. Так все равно у меня зелий сколько, а зелья я не знаю где продать. Давайте я еще сюда схожу. Потом фиг его знает. Монетка.
Зелье. Продаю зелье. Зелье. Откуда путь держит? Добро пожаловать в пять когтей. Еда и постель, все дешево и отличного качества. Главное, твоя хозяйка обещает, здесь всегда чисто. Ведь Сидуци дает тебе гарантию, все чисто всегда. Или можешь не платить. У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиме. Бум! Все! Поехали. Что у меня там самым больше весит? Восстановление. Запас сил, да? Так, 3 единицы. Запас сил. Ну, это 4. 2 единицы. Зелье лечения. Мало у меня зелье лечений. А, тё, это ж цена. Запас сил он мне до хера. Ну, давайте, наверное, эти продам все. Стоп, только до начала торговли. 55. Тебе стоит подумать над... На 50. Другим предложением. Пока предлагаем. Так, отлично. Слабое зелье лечения. Пёрышко. Фиг его, фиг. Больше ты ничего, да, не возьмешь. Ну, то, что на зелье есть, мог впихнуть, это и так нормально. Запас сил... Фиг его. Давайте я ей... 3 штуки продам. Это хорошая сделка. Ну и все тогда. Спасибо. Заходи еще. Так, того у меня 900. Вместимость, ну, более-менее уже стала. Но все равно у меня книги украдены. Мне нужно... Берегись. Подожди. У меня вот одинаковые копии. Вот здесь хорошо, что показывают копии. Я сейчас на уличку выйду. Монетку для старой нищей. Иди в жопу. Сейчас мы подойдем к колодцу. Ладно, не колодцу. Сейчас мы загомним все здесь. Так, нас не видят, хорошо. И давайте выкидывать улики. Нам копии не нужны. Поэтому все, что у нас уже есть, выкидываем. Отмычка, отмычка. Воровская отмычка. Ладненько, что еще я могу выбросить? Посох нужно... Блин, нужно посмотреть насчет дома. Нужно насчет дома посмотреть, как обустроить. Скорее всего, если я куплю вещички для своего того здания, я смогу так сделать. А что, я паузу поставил? Ничего себе. Поэтому давайте сейчас я быстро грибочки собираем и валим туда, где я могу быстренько, так сказать, улучшить себе дом. Карта. Да, полетели. Сейчас мы замутим все по-красивому и серию закончим. И как раз посмотрим, что у нас в доме там изменилось. Так, мне сюда. Грибы, все это будем потом смотреть. Говорят, что великие дома Моровинда. Индарин лежит в руинах.
Аридоран осажден нордами Скайрима. Похоже, так, мне сюда. До свидания. Пока. Шапчи! Ой, боже. Ждать. 4-5. Нормально, типа в 10. Ну, я, наверное, до 12 подожду. До часу даже. А, не, уже. Нормально, с 10 работают. Так положено. Так, у тебя получается. Добро пожаловать в мистический эмпориум. Календил здесь, и у него есть все, что тебе нужно. Смотри и покупай. Нет ничего проще. А ну, поехали. Что это? Давай займемся делом. Заклинание. Производить шлем. Звезда света. Есть хамелеон у тебя? Хамелеон. На жизнь, лечение, призвание шлема, ярость, к огню. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Сказать тебе честно. А, ну это одноразовые, да, свитки? То они дешевые такие. Слышишь ты? Ущерб. Ты мне скажи, будь любезен. Удачного тебе дня. А, так это не у него. Ну тогда. Что мне делать? Так, из книги я узнал, что все необходимое для возвращения этому месту былое величество и великолепие я могу найти в торговом районе имперского города у Аэрели из мистического магазина. Приятель, как я понимаю... Что я могу... Имперский Никто город. Не сможет составить впечатление о городе за тебя. Тебе следует ходить, смотреть, трогать, чувствовать... И говорить со всеми. Окей, слухи. Таверна, король и королева... Не самое плохое место для ночлега, если ты приезжий в этом городе. Будь мне любезен. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Мне? Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Да, меня интересует. Грязный свиток. Меня интересует, где? Малая ловушка, легкая рана. Это все не то. Основа алхимии. Плюс и минус черной магии. Призвание, призывание, притягивание, снежок. Так, путеводитель я куплю, ладно. Где то, что мне нужно? Странно. Мне просто нужно для дома улучшение. Мне сказали, что это здесь. Я этого почему-то здесь не вижу. Спасибо, что не забываешь меня. Слушай, может, давай я тебя сразу Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Как я понимаю, все равно... Посох, блядь, ладно, ставлю посох. Камень, давай я тебе камешек втюхню. Давай за 60. А, приятель? Давай. Я не могу согласиться. Ладно. 57. Бом. Отлично. Жемчужинка. Да, жалко, что он украденные вещи. Заходи еще. Украденные вещи не может покупать. Прощай. Я тебя все равно все это дело потом заберу. Не бойся. Не бойся, не бойся, не бойся. Андрей, не дверь, мистический магазин, подвал. Я не выкупаю, понимаете? То есть...
Окей. Сейчас попробуем. Мне показывают на выход. О, мать. Из книги я узнал, что все необходимое для возвращения этому месту былое величество и великолепие я мог найти в торговом районе имперского города у Аурелии. Аурелия? Стоп. Аурелия. Мистический магазин. Аурелия. Мне попался побег корня нирна. Такое редкое растение должно представлять определенную ценность. Вероятно, мне следует показать корень алхимику и расспросить его. Алхимики есть почти в каждом городе. Окей, сделать не хочу потом. У нас сейчас миссия. Я потом все это дело ограблю, ребят. А это некачественное. Хотя, да посрать. На алхимию сойдет. Золото, как вы понимаете, общее. Буфет. Кирка. Еду пока что не буду воровать. Потом это все. Ты? Привет. Аурелия, вот, это ты. Я ты жду. А, корона это они есть. Слушай. Мы все говорим об убийстве императора. У нас нет императора и нет наследника. Такого никогда раньше не случалось. Это беспокоит всех нас. Глаза у тебя какие-то беглые немного, не думаешь? Здесь ты найдешь только качественные товары. Чем я могу заинтересовать тебя? А, так, ну... паралич. А, ни хрена ты стоишь. 600 магии нужно, ни хрена себе. Ни хрена себе. Всегда держи свое магическое снаряжение заряженным. Слышь, баба. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Слышь, мне что нужно? Мне надоело болтать с тобой. Что мне с ним делать? Это честь для меня, в самом деле. Как дела? Что интересного? Недавно мне повстречалась пара грязевых крабов. Противные создания. Что мне делать? Мне попался побег корня. Из книги я узнал, что все необходимо для возвращения этому месту былое великолепие. Я могу найти в торговом районе имперского города. У-А-У-Ре-Ли-И. Из магического Аурелия. Да, вот. По крайней мере, они медлительные и не очень умные. Однако клешни у них очень острые. Еще увидимся. Еще увидимся. Я могу. Эй. Давай быстрее. О. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Теперь она хочет у меня купить что-то. Ты, блядь, можешь мне нормально сказать, что тут не нужно. Коробка магических чего? Магические свечи. А что-то они дорого, не думаешь? Всего лишь 3к. Всего лишь. Хранилище, вот что. Спальня мне нужна. Или хранилище. Давайте хранилище. Блять, а если спальня? Ладно, давайте я продаю уж все, что мне не нужно. И пытаемся, так сказать... А, так она не хочет меня еще и покупать. Это нихера себе, это тупая тварь. Ну, давай зелье лечения. Блин, 26 на 10, 200 с чем-то. Давай я продам. Сейчас еще поторгуемся немного.
Тяжко. А, ну расположение 27. Давай 8. Ладно, 9. Думаю, это честная сделка. Согласен. А теперь мы с тобой покупаем у нее что? Блин, я думаю, если хранилище, что имеется в виду под хранилищем? Могу я сейвнуться? Не, давайте я сейчас... Я уважаю. Я сейчас сейвнусь. Оставь меня в покое. Чё ты такая зла на меня, блядь? Ты чё, будешь... Давай быстрее. Так, ладненько. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Давайте изначально мы хранилище возьмем. Спальню. Давайте хранилище. Превосходная сделка. Расскажи обо мне. Друзьям. Еще увидимся. Это сейчас очень важно, почему? Я сохранился. Сейчас мы посмотрим нас дома. Вспомнить только, где наш дом. Так, где-то здесь, да, был? В горах. Нет. Где он был? Я его потерял. Молодь. Вот чем мне не нравится эта маленькая карта. Она очень маленькая. И фиг помню. Так, я помню, там горы были. Так, вот гора. Это лагерь. Замок. Во. Да. Сейчас попробуем. Мне хотя бы куда-то вещи, чтобы я мог складировать. Мне будет этого достаточно, на самом деле. Украденное оружие. Как сделать украденное оружие своим? Я видел там бах один, но... Фиг его. Ладно. Поехали проверять. Так, я склад, да, получается, сделал. Хранилище. Страж-хранилище. Есть шанс того, что меня еще могут обокрасть? Ну, слушайте. Ни хрена. Ну, давайте, короче, делаем так. Я сейчас все забираю со всех ящиков. Ну, так, чтобы у меня при этом хватало места. Манать тут ящиков стало. Есть теперь где разгуляться, да? Бочки. О, ремонтный молоток, нихера. Факел. Факел. Плюс халявные вещи. И плюс монетки. Еще тут что-то есть, топудов. Самое обидное, если замок пропадет потом, когда-то. Я все это просру. Из этих ящиков все забираем. С таких, ну, пускай стоят. Мне вам потом ориентир создать какой-то. Да, ладно, пускай будет склад у нас. Он побольше. Так нахера такой большой, или здесь есть? Да, не думаю, что здесь есть ограничение по вместимости. Так, хорошо. Давайте смотреть, когда я появляюсь, как я появляюсь. Так. Камень, два сундука. Я всегда так появляюсь, да? Хорошо. Значит, это будут мои основные три сундука. И осталось понять, что куда у меня пойдет. Ну, давайте сделаем таким образом. Здесь у нас будет доспехи.
сразу. А у нас, в принципе, пока что ничего нету. Оружие, доспехи. И я не знаю. Или по-другому давайте сделаем. Ингредиенты где у нас будут? Я всегда в бочке сувал их, я помню. Давайте сюда ингредиенты. А, зелье, точно, мне ж еще. Значит, оружие, броня, зелье, ингредиенты. Поехали, оружие. Посох. Давайте я тоже положу его. Я буду с большими мечами ходить. И тогда, получается, и щит тоже сюда же. Сюда это у нас зелье. Зелье, ну, я думаю. Повреждение сла оставляем. Слабые яды. Так, запас сил. Я восстановление запас сил этот оставлю. Самые маленькие. Так, запасил здоровье. Здоровье я не знаю. Но у меня есть это восстановляющее. Зелье волшебства, зелье исцеления болезней. Оставлю, пускай будет. Отправление. Зелье хила. А, волшебство. Здоровье. Пускай. Нормально. Дальше у нас отдел ингредиенты. Так, оружие, то доспехи. Мы все будем с вами искать, собирать, поэтому такое. Ну, давайте по одной вещи каждый у нас будет. Может, я потом буду модником, поэтому... Кто его знает. Так, сюда у нас ингредиенты пойдут. Вот это единственный минус, то что когда оно открывается, оно сразу на этот переключается. То, что мне нужно сюда будет постоянно заходить. Так, ингредиенты, поехали. Просто понимаете, что теперь это будет значить? То, что я буду делать зачистки зданий. Просто все, что плохо лежит, я буду забирать. Так. Оружие, зелье, доспехи, ингредиенты. Дальше. А здесь у меня будут храниться ценности. Из ценностей, которые у меня сейчас присутствуют, это только можно... Слушай, сколько стрелы весят? Гой, положу все стрелы. 142. Стрелы много весят. Давайте тогда 60... 64 возьму. Блять, это тогда в оружие, да, тоже пойдет. Ладно, сюда. Украшение. Латунное кольцо. Но я не вижу смысла кольца носить. И просто всякие драгоценности. И книги, точно. Книги. Камни душ тоже у нас относятся к драгоценностям. Так, это мусор нужно будет куда-то сбросить. Так, некачественная жемчужина, некачественная самфира. Угу. Отмычка пускай будет. Пряжа. Я думаю, 10 самфир, серебряный самородок. Факела, ладно. Шкуру тоже оставлю, пускай будет. Готово. Дальше у нас идут книги. Чтиво. Куда мне положить чтиво? Лучше бы, конечно, сюда тогда можно было складывать. Книжки давайте, может, в этот ящик. Больше ящиков нигде, да, нету? Атлет.
Ладно, давайте я в бочку в эту закину. И ладно, в эту коробку книги у нас будут лежать. Блин, забываю постоянно. Все, что дневник, ладно, оставляем. Запачканная записка кровью. Подожди. Мы ее что, разве не читали? Я наблюдаю за тобой издалека и чувствую, что пришло время открыться. Я Грейвина, последний из темного... Так, темнокрысных скаров. Когда-то скары были истинными последниками Ситиса, мастерами обмана и конкурировали с темным братством. Я скоро уйду из этого мира, все, что я создал, завершаю на тебе. Мой Дипскорп Холлоу будет твоим новым раем. Используй отметку на карте, чтобы найти это место. Все, что там есть, используй на свое усмотрение. Только одно условие. Следуй пути тени и прославляй Ситиса темными делами. Заставь всех поплатиться за надругательство над Ситисом. Пусть Ситис ведет тебя. Грейвин. На завещание. Данный документ информирует, что последний владелец, собственно, известный как Аскама Мороза, принял спокойный, и вы являетесь единственным приемником и наследником прав собственности на данное владение. Предъявитель имеет полное право соблюдать собственность на все строения, флору и землю в пределах определенных строительных Хартейн Сиродила. Предъявитель является ответственным по всем вопросам, касающимся данной собственности. Так, этот документ также уполномочен предъявитель распространения данного имущества на свое усмотрение. Предъявитель может вносить изменения в этом документе при изменении названия данного поместья. Соблюдая должные формы и платежи, строительные карты, оставляя дубликат форм и документы отдельных архивов. Записки мы собирали. Убийство, вот это мы еще не смотрели. Так, вороной курьер, экстренный выпуск, император, наследие битвы. Слишком много текста. Хранилище. Так, обстановка погреба будет в скорости доставлена и установлена на скале Мороза. Я рада видеть, что скала Мороза снова обрела достойного владельца. Горячий привет. Так, Аурель, мистерий магазин, Так, все, что имеет вес, а это значит все. Или будем размещать, книги, свитки. А, тетя, я же в этом нахожусь, я забыл. Так, ладно, тогда. Да, или все закинем. Или... Давайте, ладно, сделаем таким образом. Письма. Здесь будут у нас письма. Различные письма. Письма, свитки. Вы можете удалить из вашего инвентаря предмет, необходимый для выполнения задания. Хорошо. Так, волшебные вещи я буду ложить в самый последний. Убийство, хранилище. Так, здесь у нас будут лежать книги. Сейчас мы с вами все обустроим, все нормальненько, чтобы было без каких-то проблем. Так, для лошади. Так, вот путеводитель я заберу. Где этот путеводитель? Так, нужно их прочесть. Путеводитель. Выход. По идее, должны подавляться мне эти. Еще... местам.
Так, и здесь, в ящике вот этом, у нас будут храниться свитки уже. Магические свитки. А, ключи. Ну, ключи ничего не весят, пускай они лежат, где лежат. Так, давайте, может, мусор куда-то будем тоже складывать. В бочку давайте. Остальное это все мусор, поэтому все сюда. Метлы, перья всякие. Пружья. Факела я не знаю. Так, 77. Смотрим, чтобы у нас осталось только самое важное. А, в оружие точно положить стрелы. Да, я думаю, мне и 30... Да, я возьму, наверное, 50 стрел. Так, штаны можно тоже закинуть в эту. В мусор. Это моя личная мусорка будет. Так, ладно, стрелы в оружие. Стрелы в оружие. Сколько? 50 оставляем. А, нет, мы ложим все. Забираем 50. Да, ладно. Давайте 36. Так, итого у нас 58 местилища, и у нас все самое важное. Плюс у меня самый легкий костюм, поэтому это еще лучше. И давайте, я думаю, в принципе, на этом и закончим с вами. Да, такой у нас вот домик пока что не обустроен, но в дальнейшем он будет обустраиваться. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.